разрешите от имени Министерства энергетики Республики Беларусь и от себя лично поприветствовать вас и поздравить всех участников и гостей с открытием 23-го Белорусского энергетического и экологического форума. Уже стало традиционным, что в середине осени на этой площадке встречаются партнеры, казалось бы, со стороны представляющие абсолютно несовместимые интересы и вместе с тем пытающиеся достичь глобальных устойчивых целей. Республика Беларусь проведена очень большая работа в сфере энергоэффективности в промышленности. Создана инфраструктура, подготовлены специалисты и введены конкретные требования, которые основываются на международных и европейских стандартах. Энергетика сегодня является одной из ключевых отраслей, которая во многом определяет развитие экономики и служит важным направлением многостороннего экономического сотрудничества. Вместе с тем нельзя не учитывать негативное воздействие на окружающую среду, связанное с деятельностью в сфере энергетики. Уважаемые участники и гости, 23-й Белорусский энергетический и экологический форум считается открытым. 23-й Белорусский энергетический и экологический форум. Международная выставка Energy Expo. С 9 по 12 октября. Футбольный манеж.